Бери куриала, блядь. Он сейчас охуется. Пизди по-любому. Бля, мы его уже взяли один раз. Он зашел на лича, сказал, ой, мне идти надо, прожал Геру и ливнул. Нахуй таким Сука, еще паровозы свои ебаные ставите нахуй. Чух-чух, блядь. Сука, кто это чё поставил? Этот я. Ничего, это ты поставил, блядь? Нет, это я поставил. Нахуй паровозик. Вы его ставите, сука. Паровозик сломаю, чё. Смотри, опа, и нема паровозик. Давай. А чем ты его сломал? Ну-ка, дай мне эту хуйню. Тебе скажи. Как сломать этот парашу, нахуй? Так ты же циркуль, ты должен знать. Я не знаю. Что за хуйня? Как ломать паровозики? Ну-ка расскажите мне нахуй, я буду их ломать, блядь. А где его взять? Она стоит 50к голд. Кто 50к голд? А где подается? А, сейчас скажи. Заводной крушитель. О, нихуя. Я такую хочу хуйню. А она одноразовая или многоразовая? Игрушка многоразовая. А, 30 минут КД, то есть если какие-то три пидора поставят три паровозика, я только один сломаю, да? Ага. Ебать. Значит, купи три молоточка. КД 30 минут. А у паровозика тоже КД? Тоже 30. А. Да это ебаная хуйня, нахуй. Стоишь, наставишься на рейд, нахуй, вспоминаешь ротацию, блядь. И тут тебе тюх-тюх, нахуй. Да, он бегает. Да вы грустные какие-то сидите, пускай чуть-чуть будет. Да хули грустные, ты видишь, какой я веселый, блядь. Не знаю, что ты ругаешься на всех, блядь, пидорасами называешь. Ты пиздец, блядь. Не называл я пидорасами никого, блядь. Ну ты это имел в виду? Да не имел я такое в виду, блядь. Я вообще против гомосексуализма, блядь. Ты шо вынчал? Ой, блядь, вынчал, сосед. Блядь. Да, я маг, и что, нахуй? Я горжусь этим. У меня паладин, я за тоже горжусь, блядь. Там у меня три спека и блокер еще есть, блядь. Я, конечно, могу позвать охуенного шамана, чтоб он чисто геру дал. Лучик света? Двухсотого, ебать. Не-не, который сейчас на мне был. Блядь. Давай так, фласку ты. Тогда сразу в два танка, нахуй, или я в мишку спекнусь, нахуй. Лучик света ты хочешь? Не, у меня нету фласок уже света, без лоха, тут нема. Лучик света, блядь, я сынаю, нахуй. Нету света фласок. Добрая женщина, я ей лайк ставлю. Вообще проблематично, нахуй, РДУшникам и ДСшникам поднимать танка, нахуй. Был бы хэпал, было бы неплохо. Блядь, у меня было 24 стака. Так а нахуй у тебя было 24 стака, блядь? Нахуя эта хуйня в одного танка, ебать? Потому что вы уже убить должны были. Убить должны были. Я тебе говорю, если бы было в два танка, мы бы уже нахуй лича убили, ебать. И просто чилили бы, блядь. В 25-ке. Хорошо, похуй, паладин спекайся в танка, бьем так. Ну, хорош. Типа, все равно у него ДПС 5к, нахуй. Ост 5. ЧСВшные совы апнули их сразу в ёбан. На натуре, ебать. Та-дам! Идем на форум, говорим нерф сов, они совсем охуели, выебываются нормально. Че раз два танка, я тебе также зубы по анонсу нужны будут, не? Не знаю, не думаю, вряд ли. Но если че варить. О, ПС-ку получу. А че кому ПС-ку кидать? Ну, лучшему магу. Ваничелло, мы ваничелло кидаем. Че сейчас хуй найдешь кореша, да? Какого-то, блядь, загнать на сидурлича. Да, никого не. Повезло, что я нахуй вообще, блядь, согласился нахуй. Надо было сидеть квест делать спокойно, чтобы вы тут ебались сами в одного танка нахуй. Ну, хоть... А мне тут похуй вообще, мне ничего не надо, а типа, ну, и локу так уже... Нахуй. Тоже, так нахуй, если тебе не надо, это не значит, что в одного танка надо играть нахуй. Блядь, при чем тут один танк, я не понимаю. Да ну, потому типа, что вайп, блядь, произошел нет, нахуй. Если тебя вайпать, ну ты охуел. Блядь, умерли, потому что так вы кончили. Мы в 9, похуй. Да, мы в 9 пуляем, паладин готовый. Ебать. Когда мне забирать? Первую глыбу кидают, за ней сбрасываешь сак, идешь меняешь. Я иду сбрасываю на вторую. Не, вообще после второй, после центральной. За центральной сбрасываешь сак, идешь меня менять. Все, этот вот.
Да, на третьей фазе, аж так я танчу сало, соло, понял? Все, я запускаю. Скажи хоть тактику, что ты делаешь? Тактика, блин, бей босса. Тактика. Окей, стаки будем играть. Не майтесь только. СС как давали, так и дайте. Золотанка ему бить, ёва нахуй, я ебал, блять, войп. Скажи, что на балконе охуенно бить, нахуй, я вообще достроюсь, ты меня полностью разочарует. На балконе лучше всего бить вообще. Ну, тяжко, 2 секунды. Свету пасов. Рогомон тоже так считает. Ты под лицо, сейчас уебашь, вот минус, который тебе отдать. Мне ну, повезло. Он гений, блять, не уебывайся. Токсик. Садитесь, пожалуйста. Друид. Эрдру. Ближе. Эрдру, еще. Не так, Эрдру, скажи, пожалуйста. Ты что стоишь там, Саня? Так он этот, метки хилит, я не понимаю. Прятали. Ну, чем ближе стоит хилит, тем больше хпс она. Ну, ходки больше хилит. Ты ж Эрдру не знал? Да. Так же и за рогу. Чем ближе к спине стоишь, тем больше дпс она. Так, что, тише. Ломайте гробницу. Четвертая сейчас падает. Это четвертая, все разбили. Двадцать стаков освобожденки прохилите. Дурак, ну. Слабый. Вторую глыбу паладин кидает, за ней стаки сбрасываешь, идешь, меняешь. Ты же подойди. Я сбрасываю, меняю тебя. Ты идешь, сбрасываешь, только скинул стаки, сразу идешь, меняешь меня. Понял? Вот так. Ты буду анонс. На фул хп танка держи, держи на мне фулотку. Так еще залетка. Не видишь, сова даже в воздухе посохом машет нахуй. Угрожал. Сова не люди. Бля, жрать уже хочу. Тридцать минут перезагрузка после него. Стопните по правой, куда вы раскуяриваете? Идите все за левую. Тонуло, справа близко. Так, это третья у нас, да? Четвертая сейчас будет. Беги, выходи уже. Где все рассчитано? 5000 хп осталось. Забивай. Опа, и чел вышел. Опа, все, чел вышел. Это ты никогда не увидишь на самом дырку. Ювелирно разбивают склеп, что вам до такого играть и играть. Все, я ювелирно все сделал. Как соло. Долго бьем, пиздец. Это, конечно, удивительно, блядь. Лишь подойдите, тяжко скоро. У вас ДПС, ёбан. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Мы успеем нас? А теперь почувствуйте... За первую в печеньку. В печеньке отходим. Метка 2 секунды смотрим. На фул хп держим. Уже пердал, пропал в печенье. На фул. Танка на фул. Прятались, забросили стаки. Милики пошли, сыграли по глыбе. Миликов нет никаких. По глыбе сыграли. Следующую в центр. Пал, сейчас скидываешь стаки за центральные. Уйдите нахуй от квадратика, отойдите.
Дрейд, ко всем встань, тебя притянет. Я сейчас сбросил стак, сразу иди меняй меня. Сказал. Иди поменяй танка, поменяй танка. Все, ты паладина хильки. Да в печеньку иди, блядь, ебаный. Юба на врот, ты что не видишь, что ли, Саня, блядь? Блядь, Эльдру нахуй, ну может тебя тоже меня. Давайте нахуй будем заниматься. Эльдру, блядь, отцепляйся чуть-чуть, пожалуйста. Это то, что два танка сбыло. Кстати, да, мы. Да, нахуй. Два не можете, нахуй, одного не можете, нахуй. Ну сейчас типа, ну, Эльдру, Эльдру, блядь, что с тобой не так, скажи? Ну ты пиздец тупишь. Да вы тоже, а нахуй. Я из метки разморозился, смотрю, Эльдру бегает с метка, нахуй. Весь рейд стоит похую, на босса смотрит, нахуй. На Эльдру никто не увидел, нахуй. Эльдру, нахуй, хуй знает, в облаках, блядь. Я уже не смотрите нихуя, нахуй. Так ты тоже умер, значит не смотрел. Я из склепа вышел только что, ебать. Ну все, вагон тоже все, умер. Все, нахуй, вагоны, блядь. Не увидел. Сука, я хуею. Вроде нормальная гильдия должен. Блядь, 254-й друид, что с тобой не так? Не? Мне кажется, это друидус номер 2. Блядь, травма там. Ты же 25-ку ходишь даже, ебаный урод нахуй. Ну, чуть одупляйся. Он всем... шишками поделился с ним. Давайте пока на мне СС посидим. Чего приз не хватает, кроме тебя готово? Да, все, заебись, я рыбу пушу. Эх, бля. Бля, уже устал от этого целка, если честно. Я хочу плакать. Не, ну мы быстро шли, типа, ну я знал, что мы где-то стопорнемся, потому что... Ну да, блядь, у одного танка на Синдре стопорнулись. Блядь, тут, ну блядь, как тебе объяснить, Войт, чтоб я харился, что тут дело не в одном танке, а в том, никак, видео раз... скинь, видео скинь и все. Я посмотрю, что за ники челиков, кто там в одного танка убивался. Ну кто, блядь, ну мы на этом КД даже в одного танка убили, я был блоком вагоном, нахуй. Я не верю в такую роды... хуйню, нахуй, ты, блядь, сука, или просто, ну, бля, я ебал. Встаньте где... на этой, блядь, линии, ебаный, не стойте под хвостом. Бля, я вот, если честно, наверное, шестой раз в ЦЛК впервые два танка бьем. Вот доярка говорит, каждое КД мы абсолютно забирали в одного танка. Не, ну если нормально все делать, если нормально все делать, за каждой глыбой скидывать стаки, то можно убить. Все, давайте этот вот потом поговорите, блять, а то вам тяжело, когда вы разговариваете, кнопки жать. Паладинчик Freedom, пожалуйста. Не забывай, ты кидал, я помню. Следи за этим. Слева близко. Последнюю. Справа далеко. А вот эту залупу вы анонсите, типа люди не видят, где падает? Верно, нах. Не видите у себя над головой? Почему Кирилл тогда 25-ки анонсит? Все? 25-ки людей больше. Чего, и тупые люди, что ли? Ну, давай тишина. Вот, потом попиздить. Уже устал. Танковать. Я видел. ОПС-чку кинь, охуенно. Что-то на магии фрасте прям заметно, как ОПС покидает по фразе. Притяжка скоро ближе подойдите. Друид, стой, блядь. Беги, малышка, беги! Ну просто под жопу подходишь, из-за этого она тебе откидывает. Встань, где противник, видишь, где противник бьет?
примерно там столько откидывать не будет. Ты видишь справа, подходишь тебе, ебать. Да, вот вы ему пиздите, он слушает вас, отвлекается, перестает хилить, да. Да, блядь, зерёдка все равно. Что это такое, сосед, за звуки, блядь? Это ДВМ орёт. В натуре у тебя так дудка и хуяна. Да. Если на тебя что-то кидается, там тень, он кричит, ну, беги, малышка, беги. Не, ну малышка, беги, это у всех. Это гениально для тупых, для меня. Я этот понял, типа на Некстамасе, на Ульдуарте, но ран и музычка вот это играет. Я эту музычку услышал в видосе, где там эти плащах подкидывали чемодан, типа с бомбой, блядь. Ломайте, пожалуйста, Сантагоцкой земли. Чашка скоро. Друид, стой в центре, ну где кто-то пал, друид. Левее. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает база. А теперь почувствуйте! Первую чеченьку, 2 секунды метка спот. Ротик всегда будет летать первым. Типа заебись, наоборот. Вторую я вам не знаю, куда скинули, бросили стаки, разбили глыбу быстрее. Метка, секунда, смотрим. Центр, вольф. Жми дубовую. В мишку не прыгай, вот вольф. Я не знаю, куда. Вы за глыбу встаньте, все за глыбу. За глыбу, за глыбу. Отойдите от глыбы. Отошли от глыбы, отошли от глыбы, сейчас ударит, пойдешь, поменяешь меня. Иди меняй меня, протопал быстрее. Разбили протопал глыбу, склеп, сразу. Протопал склеп. О, похуй, разбить его сразу. Гайте склеп. Блин, меняй меня быстрее. Воничлен. Центр. Дай туда зубы, зубы по воничлению. Спрятались, скинули стаки, разбили глыбу. Разбили глыбу, следующую протопал, иди скидывай из пуза, пробегай и протопал стаки. Верни босса, у меня таунт КД, иди скидывай. Быстрее разбивайте. Еще в центр, протопалский. Иди за ним, забирай босс. Да, я понял. Тяжко будет. Гимн на хп кастуй, гимн на хп кастуй. И глыбу быстрее, еще в печенье. Забрал босса? Все, красавчик. Убивайте. Следующий да. Центр? Да, скидываем стаки. Я не скинул, просто ставь центр. Я пожмусь. Блять, если только что чуть в рейд не вайпнул. Разбивайте глыбу. Попал, сейчас иду менять тебя. Через пузо ей пробегай, понял? Следующая печенька. Пробегай, во, красавчик. За отпустить. Хуйней заниматься, бегать, блядь, да, на. Так, ебать, убили нахуй. Наконец-то, а я... нахуй. А нахуй это... эти вайпы нужны были, блядь. Это жестко. Вайп, лучше нахуй, лучше да. Хуйней разок позаниматься, убить за 10 минут, чем нахуй вайпаться. Час, нахуй. Ну представь, ебать, разницу. Да, ты понимаешь, если бы у нас была гера, у нас бы не было никаких проблем. Я понимаю, если бы во рту росли грибы, если бы у бабы ушки был бы хуй, она была бы дедушки, ну и так далее.
Лучше убивать нахуй по-серьезному, нахуй, нормально, с надежным. По-серьезному? Ладно, похуй, похуй, идем на лича. Не так, как бичи, блять, убивают. Она вернется. Не, можно что хочешь делать, если ты виртуоз, прям. Если ты все, ну, 10 тел в рейде, такие как ты, прям виртуозы, блять. Ну просто, блять, копии тебя, блять. Можешь тогда хоть на балконе бить, хоть слева, хоть справа, блять. Можешь хоть в ноль танков бить, блять, похую. Ну типа, если ты не уверен, хотя бы в одном, нахуй это надо. Лучше по серьезной тактике играть. Надеюсь, мы не будем два танка лечать. Нет, конечно же, спекай себе врать. А дотан нужен на лича? Да, нужен. Чему по рейду все под босса. Я надеюсь, ты на танке в центр лужу не нальешь, блять. Лич, если что, оскорбление на танка, это тоже кидает. Я на лече не был никогда. Объясните, пожалуйста, что делать. Я просто щиту рейд и все. Бля, объясните. Бля, базару ноль. Оскорнение на мне, когда пишет, выбегаешь из рейда в сторону, все. И из лужи выходит. Да вы так объясняете. На первой фазе мы стоим в метке одной, тоннелем босса. Когда у меня будет 70% хп, идем на край, он кастует зиму сразу. Он начинает перебегать, мы стоим на краю, чтобы не башил так рейд. Потом мы убиваем трех духов, идет переходная фаза. С переходной фазы мы уходим с края, потому что он будет ломаться. Идем в центр. Даем, Геру, конечно. Встаем за спину лечом, будет танчиться, где стоит этот верховный лорд в центре. На вас будет кидаться одна валька. Вальку заливаем, если там не лог какой-нибудь, который гений уже портал поставил, и тоннелем босса. И будет кидаться оскорнение на третьей фазе. Оскорнением выйти из рейда, да? Да, вот. Выносим по малому кругу, поэтому. А тут упасть можно? Секунду, будет да, можно. И чума по рейду прыгать, чуму диспелишь с игроков моментально. Это магия будет? Это будет болезнь. Болезнь. А, без проблем. Запусти РЛ, никто не может, например, РЛ запускать. Чуму тут... по рейду все под лечом. Лича я вам где-то тут в ебу поставлю, в хрестик нахуй, чтобы вы на фазу сразу зашли, и все под фрейм босса ставят. А как РЛ у доярки оказался? Он собирал рейд или ты собирал? Да, это РЛ. Мы не релы, мы подпиваться. Ебать, пришли, блять, у пацана рейд забрали, нахуй. Если бы он релы... Можно с меня клеть этого черепка убрать, а то у меня это смущает. Спасибо. Вон черепок на этого. А, у тебя ромбик. У мистера ромбика ему черепок, ебаните. У меня фениксом стоит, у меня сразу ромбик повесит. Ассиста забрать у него, нахуй. Не надо, тише, деда. А еще комнату там каскикать надо будет. Короче, будет лич затягивать на жатву душ, жатву душ прохиливаете, поднимаете сразу, кого он тянет на третьей фазе. И в комнате приз, там будет дух, ему даешь сковывание нежити и нашего моба захиливаешь. Перезагрузка, перезагрузка, один трай. Да. Заражение-то чё? Хоть я чуму диспелить по игрокам, чтобы она на мобов под... Заражение считуешь? Комбанный в рот, вот. Чуть-чуть, вот, имей совести. А чё это за... У меня, короче, пропали эти копии. И вот сразу агро давай. Давайте резать, кто будет. Ярко, бэт. Подождите. Под заражение не встанешь, ну, типа, животным, нахуй, бы я начну. Да ярко поднимаю. Он вон он в центре. Лежишь, ничего не достает даже. Он вон он в центре. Ебать. Пиздец. Клип Шаркарю не встань нахуй, тоже, блядь. Ну какие вы гении нахуй. Ты ебал, блядь. Я Шаркарю подъебал, а не встану. Давайте БР по второму друиду нахуй. Вставай, друид. Бафы дайте. Ману нажми им дециком нахуй, это пиздец, блядь. Зато припот откатил, давай. Каску, пристабаф. И баф от тьмы, и на дух тоже. Чуму диспель. Ча, подойдите ближе, чтобы Шаркари на вас не смотрели. Ближе подстаньте, вы глухие, на метку на земле. Процент перефакт. У
грибах. Вы можете, блядь, не хуярить по маленьким нахуй? Ну что с вами не так, блядь? Духа бейте. Это совы в рейде. Воничелла слева. Почему диспер? Парь не умирает. Умирает по чуть-чуть. Сало диспель с танка. Сало с танка. Почему диспель с меня? Ага. Парик, играйте. Вы диспелили, да? Чума ушла, нету на рейде чума. Не вижу. Все, красавчик. Третий дух. Дайте Иннер по престолу. Три Иннера КД. Два в КД только. Три. Ману сейчас подойдем на фазу. И подъебало духу не лезем, кастеры духа доигрывают. Осталось диспель с меня. Вообще лучше из там. Добиваем дух и за спину лечусь и встану. Вальки скоро. Вплотную к стенке. Блин, на друид бегите, друид беги, и этот тоже беги в центр. Босса бегите, за боссом стоите. Идите к боссу в центр, все. Подвалите. На малый круг, на малый. Лужа разошлись, лужа разошлись. Доярка. Вот, видишь, как будет прист? Ты понял, как лужа работает? Что такое сквернение? Ну, типа, вот стебаться и не разбить рейд. Да, если стоит больше одного человека, на это рассекло. Киллы встаньте за... За спину лича. За спину лича встаньте, в метку череп, я поставил вам. За спину лича встаньте все. Ну там и сдохните нахуй. Сейчас осквернение с вальками. Нет, не сейчас. После вальки нет. Через секунду осквернение. Валька берет и разбегаемся сразу. Разошлись. Лево-право разбежались. Спрашивается, нахуя за спину вставали? Дыться. Чтоб Валька взяла. Гнев небес, паладин, беги, давай по Вальке и по Вальке все. Не надо, блять, зачем, блять, мне портал. Али ДЦ, нахуй, ёбаный в рот, не бейте Вальку, бейте босса. За спину лечу, встали? Сейчас сначала лужа, потом за спину встаю. Ну тут таймеры ебаные у вас. И тоже съебись в центр. Зайдите с ней. Мамочка, ну боже. Лужа, 3 секунды смотрим. Отошли. За спину лечу я, лицом на осквернение его ставлю, за спину лечу. Все. Пал, переставь на Ваничелля. По Валькирии играем. Осквернение 9. Разбежались лево-право. Все, выбегай из нее быстрее. Берегитесь. На край. Встань. Стой, сходи, Вальку. А, похуй на Вальку с грифом. Типа вот просто залечай, типа сейчас Валя возьмет, берет его 4%. Лужа сейчас будет, разойдитесь из-под лича, разойдитесь, рассоситесь колбаской, лужу скиньте, а не будет. На край, блядь. Давай не зыбку, давай. У меня КД не зыбку. Там приз красав. Там, короче, Эрдру, ДЦ будет жатву хватать, там будет очень много дамага проходить. Рейду отойди, Эрдру, к рейду. Шрам, край, там по шрам. Да, там заклею. Сало, диспель, сало, я не могу духа забрать, сало, диспель, сразу на меня кидают. Шрам бейте, там шарик в рейд, шарик в рейд. Сало, диспель. Хотите бить по шарку? Я думал, что вы заклею. Переходная фаза скоро будет, иду. Сало, еще раз. С края. Старого духа добивать. Духа сорвали, он сейчас... Блядь, быстрее добить! И сферы. Духа заливаем, бурстим. Ебало. Дух 4. Через духа играем.
Канамию прохил, дай сокру туда паладин. Собаку надо вызывать, да? Собаку. Скажи ему, как кикнуть каст и... Ебало, не летим? Блядь, я подумал, это ни разу, кстати, не был за, блядь, все время игры. Я подумал, что на Ирдру осквернение сейчас будет. Нахуя ты уйдешь, его духов он не призывал. Блядь, точно нахуй, что-то припланил. Вот это разрыв души надо сбить, да? Да-да-да. Че он не вызывает духов, что за хуйня? 7 секунд. Долго, что хуйня. Оскорнение на той стороне, блядь. Танка хильте. Духи нахуй. Оскорнение и духи. 7 секунд оскорнения. Разошлись, лужу разнесли, лево-право, центр не заслите. Осквернение. Дыхал, отойди в центр. Все нормально, заходите сюда за ромбиком. На портал идем. За спину лечу, становимся. Пал баблом умеешь ловить духов? Плюс-минус быстрее. А в глыбе нормально будет просто встать? Нет, нахуй, все, я словлю сам. Жатву прохил, доярку. Скажите, доярки, что делать? Он сшарит? Доярки каст сбить? Он же знает, нахуй, он же водит. А, я просто друидов путаю, я боюсь, что ж такие. Оскорнение вынести по краям. Сбежались. Ой, блядь. Похуй. В другую сторону, вдоль стенки пойдем. Стали за спину лечу. Похуй, ничего страшного. Вообще по кругу его надо водить, не через сон. Кремия по кругу водят. Ну чё, кто ловит духу? Я словлю, типа, похуй. За спину духу ловить. Встаньте за спину. Хранение 80. Лужу не забеги. Ну и вон, паладин баблом ловит, паладин красавчик. На края. Ох, разбежались, оскорнение сейчас будет. Пытаю, бегите просто, тут становитесь за спину лича. Не кидает оскорнение, я ебал. Тоже один раз кинул, кстати. Жатва. Ну, добивайте, уйди до ярко. Ну, диван. Ой, ну... Диван. Чего? Чтоб духи ровненько летели, я же не вижу. Бля, я уж на секунду подумал, все, ГГ, вайп. Все, вайп. Блять, приз, смотрите, пришел на лича первый раз, и сало диспелил, и чему диспелил, нахуй, и вот совсем справился, блять. Вообще приз красавчик затащил весь рейд, нахуй, со стороны, блять, так себе, нахуй. Так себе, говорит. Присту анролим шмотку им это. Бля, ну мне халеончик был бы заебись. А о, да, Шантила пишет, почему мы вайпнулись, блядь. А чё, он там духа сдаёт или чё? Нет, он крит-хаст. Он без сокета только. В смысле, там две дырки. Окей. Ну да, неплохой посох. Что полетят ачивки. Кстати, даже покинуть тело нельзя, потому что ваша душа принадлежит. А если же покинуть тело, сука, я нажал камень души, и оно не встало, нахуй. Все, твоя душа принадлежит королю Лиза. А, все, мы его убили? Да. Да. А что резать? Нихуя себе, я думал, тут еще что-то будет. Это в Хейме. А он резать будет, ебланый? Блядь, долбоёбс. Друид, он, наверное, написал, он что тут вайпнулись, говорю, да, из-за тебя вайпнулись, блять, он вышел из игры, обиделся, нахуй. Ух-ка. Блять, он ачив полутал. Опа, нахуй. Ну это все не то, конечно. Не халион. Бери дробяху там, кому надо, мне не нужно. Бля, я в мишку бы взял дробяху, ох. Ну я бы на трансмог посох, да, он все равно тут нахуй. Блядь. А, может, соло нужен на офис.